Кто это? Это он? Сморчок. Ха-ха. Приветствую вас, друзья. Вы на канале Грибоискатель. Сегодня мы с Папаном приехали за сморчками. В тот раз мы собрали их не так много, но они такие вкусные, ох, вам захотелось побольше. Поэтому приехали еще разок. Прошло 2 дня, и мы на том же месте, вот, в прошлый раз не заметили. Так что отправляемся в лес на грибалочку, на поиски сморчков. Как их тяжело заметить. Но все же можно. Вот я где-то здесь только что видел, с вами поговорил, и он у меня исчез из поля зрения. О! О, Папан говорит, нашел 2. И где-то здесь есть сморчок. И где же он? Я только что здесь он сорвал. А, вот он. Ха, как тяжело их видеть. Вот он. Так что, друзья, интересная охота на сморчки. Ну, а здесь вот самый первый, который я нашел. И вот, получается, только я зашел, и 3 сморчка. Красота. Хожу, брожу здесь. Попадаются, смотрите. Так, опа. Небольшой, ну, сморчок. Потом думаю, дай-ка гляну еще сороночку. Вот второй. Так вот потихонечку. Опа. А здесь что? Нету. Вот тут я видел еще один где-то. А вон он. Хоп. А вот 3. Раз и еще 3 штучки. Так, интересное здесь местечко. Какая красота вообще. Сразу парочка, смотрите, каких. Красивые. 1, 2. Вообще красавец. А вот еще 1. Красивенький. 3. А вот еще. Корявый немножко. Но все же 4. Вот это 2. Папан, вот что нашел-то. Фантастик. Беленький сморчок попался. О, классные. Они другой запах имеют. Вам приятно такие находить. Да и те тоже приятно, друзья. Сейчас поищем еще. Фантастика. Сморчки начали попадаться пучками. 3 штуки сразу. Раз их вам. О. Ой, вот это кайф, друзья. Какая классная охота на сморчки. Вон еще 2, смотрите. Лазит по каким-то кушарам вообще. Вот он. Вот еще. О, какой. И ведь это еще не все, друзья. Смотрите дальше. Вот еще. Вот еще. Какой-то маленький. Объеденный. Так. Тут я видел еще где-то сморчок был. Где-то вот здесь. А где он? А, вон он. Вот он еще один. Такой кривенький. Так. Вот который я нашел до этого. И вот это вообще шедевр. Шедевральный сморчок. О, класс. Супер вообще. К этой кучке его положим. И здесь был еще один. Хороший такой сморчок тоже. Вот он. И еще один красавчик. У-у-у-у. Класс. И в эту кучку. Что получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 штук. Фантастика. О, какой красивый жучок. А тут красивый грибок. Вот они попадаются в грибочки. Опа! Красавчик! Тут я уже нашел уже кучку. А вот еще. Опа! И еще. Вот. На одном месте 4, 5, 6, 7, 8 штук. Красотища. Березово-осиновый лес. И Папан нашел бинго. Друзья, Папан просто ищейка 106 уровня. Грибоискатель натуральный. Видите? Давайте считать. 4, 3, 4. Так. Где-то тут еще есть. О. 5. Вот еще. 6. 7. 8. Классное место. И там я вижу еще. Ёлка-моя. Вот это я понимаю уже. Это грибалочка. 9. Вот он, 10. 10. А еще. Вижу. Вижу еще. 11. Ой, какой-то. 12. Вот это красота. И сюда их. Вот так вот. Раз, и сразу кучка. Ну и итог этой поляночки. 26 штук. Смотри, только они какие-то зеленые. Хотя те тоже, да? Зеленцу. Оказались черными. Ну что ж, отлично. Пойдемте дальше. О, не только сморчки. Но и шапочки сморчковые здесь тоже попадаются. Вон, посмотрите, такая разница. Папан. Ну я за ежиками пришел. Плохо попадаются, один только. Вот шапки. Шапки ну, лучше попадаются? Ежику надо угостить. Вот они, шапочки. Так, где наш драгоценный ежик? Пойдем посмотрим. Вот он. Вот он. Вот он, этот подгузник. Так, подгузник. Ой-ой-ой, дерется. Дерется. Так, аккуратненько. Подгузник. Ну-ка, давай посмотрим, что тебе там. Во, как он. Где? Где чего? Где шапки? Угощение? Во. Все. Вот высота-то, смотри ему. Повезло сегодня. Во! Ёжик, ну-ка давай. Что ты там? Замер, замер. Это угощение такое. И не хочешь пробовать. Ага, он же ночной ёжик-то. Ему сейчас спит. Спать надо. Ну ладно, проснется, а у него тут завтрак уже. Завтрак. Какая шапочка попалась. Мощная. Вот так шапочка. О! Это лучшая шапочка. Желтенькая, большая. Класс. Корзиночку ее. Это фантастика, друзья. Смотрите. Опа-на! Вот это да. Это местечко мы нашли. Два.
Пойдемте дальше. 3. Вот это кайф. Ага, вижу еще. Вот я даже не знал еще. А вот уже нахожу. 4. Так. О, вижу 5. Смотрите, какая красота, друзья. Вот это я понимаю уже, грибалочка. Вот, 5 штук. И тут сейчас будет, чувствую, еще куча. И вот такой итог с этой полянки. Вот столько штучек. Ну, тут штук 30. Я считал 25 и еще. Ну, 30, да, где-то 30 штук. Красота. Грибное счастье. Это кто? Ужик. Эй, куда ты упал? Не бойся, дружок. Давай побежал. Поплыл. А вот и номер 97. Красавчик. Большой. Красавец вообще. Где этот папан бинговский? Где? Я их не вижу. Это, видимо, твои были. Ох, какашки. А, я за тебя зато нашел. Это у меня еще есть? Да, друзья, тут вообще, смотрите. У меня в корзине уже 107, да? А здесь, смотрите. Ух, их не видно. А они вот они, смотрите. Хоп. 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 О. Так это не видишь я. Хоп. Вот еще. Себе 2. Вот хоп, себе 3. Из корзины брать не буду, ладно. Вот. А, вот свой, еще один тут. Вот, ага. Хоп себе. Вот еще 2. Хоп. Не рвал, хоп. Ой, здесь зря я топчусь, блин. Тут надо потихоньку. Клондайк вообще, друзья. Фантастика. А вот это вообще, друзья, бинго. Папана. Просто вообще бомбическая находка. Фантастика вообще. Идеальная. Ох. Вот это красота. А это я сорвал рядышком. Красавцы. Фу. Есть счастье на земле. Корзина сморчков. И даже сморчок крем-брюле. Ха-ха. Классный итог, друзья. Вот это, я понимаю, была грибалочка по сморчкам. Супер. Папан пошел. Оставил мне находку бинговскую. Прямо вот на дороге, да? Смотрите, какие растут здесь на дороге грибочки. Просто шикарные вообще. Сморчок. Обалдеть. И вот еще один, да? Такой же шикарный. А здесь 2 красавчика. Вот в одном месте все. 3 и 4. Вот такие красавчики. Отлично. Йо, кто это попался нам с такими зубами? Здесь вот такие, здесь такие. О, ну-ка. Во. Ёкарный бабай. Динозавр. Бобрюндий. Бобрюндий? Да. Бобрюндий-завр. С такими зубищами.
Ужик. Привет, дружок. Как дела? Такой красивый. Ладно, пока. Не будем тебя беспокоить. Ну и друзья. И грибной итог. Корзина шикарных сморчков. В зарослях страусника. Красотища. Ну все, друзья. До новых встреч. Желаем вам классных грибных находок. Хорошего, крепкого здоровья. И всего самого хорошего. Пока!